После регистрации мы залогинились в систему. Теперь мы можем отправить аннотацию. Новый материал. Автор. Новый материал. Выберем трек конференции. Дальше мы должны поставить, что мы ознакомлены со списком вопросов по подготовке и с условиями передачи авторских прав. Далее мы можем задать некую информацию для ответственного секретаря конференции. Сохранить и продолжить. Конференция у нас на двух языках. Английский язык основным языком считается, поэтому тезис у нас должен быть на английском и на русском языке, или только на английском. Вот здесь мы меняем язык нашего тезиса. Итак, мы назовем тестовый тезис. И по-английски. На данный момент авторы только на одном языке идут. Язык мы должны поставить тот, который язык тезиса будет. У меня тезис этот будет на русском, поэтому я ставлю на русском языке. Тут мы можем задать список ключевых слов через двоеточие. Здесь гранты, по которым делается наша работа. И отдельно список литературы из нашей работы. Все эти поля можно будет заполнить после. Сохранить и продолжить. Мы можем добавить какие-то дополнительные файлы к нашей аннотации. На данный момент у нас нет файлов. Сохранить и продолжить. И, наконец, мы завершаем отправку. Вот у нас наш тезис. Написано его состояние, он находится на рецензии. Здесь мы можем отредактировать метаданные, добавить еще одного автора, поправить аннотацию и название. Аннотация должна быть от 150 до 250 слов.